Интерес к Сочи не пропадает. Олимпиада оставила богатое спортивное и культурное наследие. Уже за этот год курорт принял сотни мероприятий и соревнований разного уровня. И сейчас город с мировым именем продолжает набирать обороты по количеству различных событий. В июне он примет всемирные хоровые игры. В октябре здесь вновь соберутся любители королевских гонок. А после Сочи захватит футбольная страсть. Болельщиков со всего мира соберет изменившийся стадион «Фишт». Сначала на Кубке конфедерации, затем на чемпионате мира. Я очень сильно люблю футбол и жду этого события. В Сочи очень мощная инфраструктура и много видов деятельности для людей. И действительно, самое главное, что обрел город, это новое качество жизни. Сочинцы заинтересовались спортом, и заниматься им можно на профессиональных площадках. Каждый находит дело себе по душе. Мне нравится, что привлекают молодежь. Мне нравится, что всякие вот в Олимпийском парке устраивают эти всякие встречи, игры, слеты. Очень много молодежи умной, хорошей. Мне нравится. В городе Сочи очень много различных кружков, они очень интересные. И я учусь, допустим, в ДХШ номер 1 имени Пахомова. Я учусь на художника. У нас в Сочи очень много различных мероприятий, они очень интересные. Наряду с развлекательными программами продолжается приведение курорта к единому архитектурному облику. Гости отмечают и красоту городских клумб, и порядок на улицах. Здесь так красиво, потому что здесь очень пробок нету, порядок, это все мусор нету. Ну, очень доволен всем этим. Очень нравится город. Бывал за границей, и вот первое впечатление, когда я был в горах, как будто бы в Турции. Потому что пальмы, море, тепло. Хотя вот в Сибири у нас сейчас зима. Очень нравится. В общем, очень нравится. Красивый город, надеюсь, гостеприимный. Собираемся походить, съездить на лыжах, покататься. Да, вот впервые покатаюсь на сноуборде. И гости курорта, и сочинцы отмечают, что обновление Сочи произошло во всех сферах – транспорте, инженерной инфраструктуре, энергетике, ЖКХ, курортной отрасли и в социальной сфере. А горнолыжные курорты Сочи теперь запросто конкурируют с французскими Шамони, швейцарским Церматом и даже с одним из самых дорогих – американским Аспеном. И это только начало на пути к мировому лидерству знаменитого Сочи. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.